Британский футбольный клуб «Арсенал» пожертвовал 300 тысяч фунтов для спасения детей в Индонезии. «Арсенал» обязался через свой фонд в течение 3 лет финансировать благотворительность, которая поддержит 4000 малообеспеченных детей, обеспечив им профессиональное образование и профессиональные навыки для хорошего трудоустройства. Проект «Спаси детей» развивает навыки у молодых людей и помогает наладить контакты с частным сектором работодателей. Цель этого проекта – повысить шансы для молодых индонезийцев приобрести профессию, получить работу и иметь блестящее будущее.